Не нарушайте правила и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До встречи на канале ОТС. Доброе-доброе утро, уважаемые телезрители! Просыпайтесь и идите украшать своей улыбкой этот мир, потому что до самого чудесного праздника в этом году остается такая маленькая капелька времени. И я очень хочу пожелать всем вам, чтобы все ваши мечты осуществлялись и чтобы счастье приходило абсолютно во весь дом, чтобы оно было простым, человеческим. И я очень благодарна вам за то, что вы есть, за то, что вы остаетесь с нами. И отдельные слова благодарности я бы хотела сказать моим близким, друзьям и родным, а также моим родителям. Мама и папа, я вас очень сильно люблю. Я очень сильно люблю тебя, дорогой мой человечек. Я очень люблю мою маленькую доченьку, Гусинка. Честное слово, буду делать все для того, чтобы ты у меня была счастлива. И опять же, пользуясь случаем, я хочу пожелать такого же счастья всем вам. И я верю, что в наступающем году все у нас с вами будет хорошо.